Премьеру спектакля «Любовный квадрат» в постановке Акопа Казанчяна наконец-то увидели ульяновские зрители. Первоначально он был показан в Ереване в рамках международного театрального фестиваля «Хайфест». Автор пьесы – армянский драматург Карине Хадикян. Это острая, доходящая до абсурда трагефарсовая история мужчины и его женщин получила живой отклик зрителей и в Армении, и в Ульяновске. Центральный персонаж спектакля – мужчина на изломе судьбы. Жена, сын, любовница, 6 лет измен – все уходит на второй план перед лицом нового чувства, которое он уже не надеялся испытать. Герой Николая Авдеева пишет историю любви длиной в жизнь, где каждой из женщин отведена прекрасная поэтическая роль. Режиссер спектакля сделал ставку на женское трио. Партнерши мужчины – ведущие молодые актрисы театра Ольга Новицкая, Дарья Долматова и Анна Дулебова. Очередной показ премьеры спектакля состоится в Ульяновском драмтеатре в ноябре. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.